цифровое будущее, оно уже здесь сейчас. Уже сейчас мы видим, как на предприятии Томснефтехима перемещаются грузы полимеров с помощью автономных электромобилей, которые позволяют это сделать а. безопасно, б. эффективно, с. снижение влияния на экологию. Это автономная транспортная единица на базе EvoCargo, полностью на электрической тяге. На одной зарядке может продержаться по пробегу порядка 150-200 км, грузоподъемность до 2 тонн и вместимость до 6 европалет. Наш груз защищен от воздействия осадков и от воздействия ультрафиолетового излучения. Наша главная задача на текущий момент – протестировать применимость технологий на предприятиях группы компании «Сибур». На Томскнефтехимии наш помощник перевозит полиэтилен с основного производства полиэтилена, с склада готовой продукции, на наш совмещенный склад полиэтилена-полипропилена, где уже в дальнейшем отгружается нашим партнерам. Проект имеет потенциал как на Томснефтехимии, так и в компании в целом. Мы первые в Томской области и среди всех предприятий компании внедрили этот проект и понимаем, что есть потенциал развития. Безусловно, это воодушевляющий проект. Во всем мире идет бум по внедрению автономных транспортных средств. И да, несомненно, каждый мужчина в детстве мечтал, чтобы у него была игрушка на радиоуправление. Но мы пошли немножко дальше и внедрили на своем предприятии инновационную технологию. Я думаю, за нами будущее. Потенциал есть, и мы точно будем продолжать внедрение.